Снимать можно? Ну, нежелательно, на самом деле. Ну, там такое... О. Не, ну позицию, понятно, не будет снимать, так, локально что-то. Вот так живут наши пацаны. Мы знову приїхали і знову тут обстріл. Щось валить тяжке. Впало поряд з нами. Немножко так голос у мене тремтить. Вон, чуєте? От це зараз іде обстріл. Як в місті, так і тут. Ну что, сможете сказать на камеру или нет? Или желательно что ваш... вас именно интересует? А лицо можно ваше снимать? Можно. Можно, да? Не, ну, дело в том, что людей интересует настроение ваше. Какая бодрая обстановка? Нормальная, боевая. Боевая обстановка? Да. Не, ну, все ну так же. Бо людям то все важливо чути. Все нормально, все живо, здорово, воюем. Как? Ну... Перебарываем трудности, радости, маленькие такие, большие, всякие. А как ваш позывный? Кум. Кум. О, отлично. Рад буду знакомству. Рад знакомству. Перший раз вас бачу. Вот так они и живут. В общем, вы сами бачите, что депрессии нема. У них все тут обжито. До обстрілів они уже привыкли, звикли. То я... То мы так приезжаем. Обстрелы идут, але они уже на это не реагируют. А в двух словах можете так сказать, что-то працюет тяжкое таке? Сейчас? То мины, миномет, чи... Чуть раньше был танк. Чуть раньше. Вот. Сейчас СПГ. СПГ, да? СПГ. Ну так. Стрілкотня. ДШК. Угу. Так, нічого особливого. Краще нашу маму. Оце що гупнуло таке? Міномет, да? Ну от... Оце, кстати, люди. Ваше обличчя можна знімати? Та не надо. А, ну все, все. Ну от це возле Авдіївки. От така обстановочка, от така тиша. А, ну да. Плюс. Он батарейку взяв, скажи? Взяв, но он уже вийшов. Батарейки по позиціям, а потім жалуються рати. Ну так, чай, кофе? Та я не, я нічого вже не хочу. Ми тільки що госпітальєрів попили. Там. Як що, і чаю не поп'єте? Ні, ми ще там ще побудемо. Ну, якось так.